veces. Только я Итак, представление началось. Мы опять в театре. На сцену пока выходить не будем, она еще не готова. Ну, займемся световой гаммой. Видите? Сейчас научимся работать диджеями будем. Диджеями, операторами, освещение. Ой, тут есть куда светить. Например, на мою сумку. Мы черное чистим, а они пилят, и металлическая пыль, видите, летит. Оказывается, тут есть своя система. Сначала ты проходишь угол с антисиликоном. Один, второй, швы, потому что черное на черном. Потом проходишь. Все. Нас оставили без света, поэтому на темную. Он говорит, ну если тряпка не скользит, значит есть клей. Ну, у меня тряпка везде скользит. Ребята, движуха, кто куда? Нам к зайцам. Мне только что мой начальник выпишет сообщение. Лиля, нам свет дали, воду дали. Я говорю, да ты что? Говорит, нет, пока про открытие никто ничего не говорит. Смотрите, какой тут муравейник. Это у нас пауза. Там туалеты, там все возле туалетов. Дальше есть кофейные машинки, там водяные машинки. Ну, в общем, я жду пацана, чтобы не потеряться, потому что сейчас опять потеряюсь. Он тоже мне сказал, какая ты, говорит, умница, как ты хорошо все делаешь. Руки черные, блин. Но я зато тряпки из дома принесла, так что нам легче работать. Даже с друзьями поделилась. Тут уже у нас друзей целая куча, так что смотрите. Хорошо, накрываем скатерть самобранку, да? Тут кто где? Кто где? Кто на картончике? Я сейчас вот тут на солнышке. Есть на что сесть, есть на чем есть. Булочка. Солнце в мордяку. Та, лепота. Что говорите, лечь на три ступеньки и расслабиться, и ноги протянуть. О, смотрите, протянула, коленки, правда, грязные. Ну ничего, зато солнце в мордяку светит. Хорошо. А еще Алена на ужин пригласила. Говорит, ма, сегодня ужин у меня. Так что не знаю, что у меня Манюня приготовит. Наверное, переночую у нее. Давайте еще ту сторону покажу. Везде стройка. Вот эти в зелененьких Virgin, они принимают те работы, которые мы делаем. То есть это комиссия по приемку судна. Все, клеточка готова. Осталось только стекло снаружи. Сказали пока не трогать. Смотрите, какие тут подвесные потолки красивые. Свет. А теперь у нас работа. Это все отклеить от стены. Чистенько. Осталось стенки помыть. Обтерли, обтерли. Там какие-то кабинки, наверное, души. Что нам уже столы накрывают. Ужинать пора. Все выходы перекрыты, везде покрашены. Мы бежим за группу. Базар, вокзал, налетай, покупай. Смотрите, как люди выходят с работы и ящиками себе гребут домой фрукты. Видите, как все удобно. Прям не отходя от касс. Раз на завтра купил покушать. Хорошая машинка и картошка, и цитрусовые. Так. Ну что, народ, выскочила я с работы. Алена пригласила меня на ужин. Так что сейчас еду, забираю детей. Фух.
Ну, конечно, мы и работаем. Сегодня с 7 утра до 5 вечера. Правда, час обеда, но 9 часов. 9 часов вот это шкрябать, прыгать. Сегодня со мной работали Эквадор, Колумбия, Санто-Доминго. Ой, еще какая-то республика. Уже забыла. Ой, кошмар, кошмар. Сколько иностранцев. А еще с украинцем познакомилась. Андрюха с Полтавы, 45 лет ему. Обменялись телефонами. И я его апельсиной угостила. Слышу, что он по телефону разговаривает. Вижу, что наш. И такая кушаю, говорю. Это тебе. Он такой, ну. Я говорю, тебе. Говорю, потому что ты украинец. О, слышишь, хотела выехать, тут такая машина стала, фура прям с прицепом, ладно, подожду. Так что, ребята, завтра опять на 7 утра на работу, потом говорю своему аву, смотрю, что свет на меня плохо падает, говорю своему аву, я, наверное, в воскресенье приеду, посуду перемою, все сделаю. Он говорит, да подожди ты, говорит, не спеши, блин, в воскресенье, дай, чтоб дали разрешение. Боже, пить хочется после работы. Единственное, что на этой работе плохо, ты работаешь на 7 этаже, а туалеты получаются внизу, и ты стараешься ничего не пить, чтобы вот это не бегать в туалет. Так губы уже, не только губы пересохли, вообще все. Ребята, вы что, тут до ночи будете стоять? Давайте, мне ж надо выезжать. Ну вот день пролетел просто, жух, и пролетел. О, уезжает мой камионист, так что... Поехала я. Не знаю, что я буду кушать, Валюна. А купила ящик этого. Ящик авокадо за 5 евро. Целый ящик. Вот так вот. Так что поехала. Машина стояла не на стоянке, а под клумбой. Пришла такая, смотрю, мне там штраф случайно не влепили. Не влепили, слава богу. Написала уже сообщение Мишель Терезе. Тереза, ой, Лиля, что ж теперь делать? Меня ж туда взяли. Я говорю, ну, думай. Я, конечно, буду возвращаться. Я Абу написала, пока до 15 декабря по документам я здесь. А потом, ну, может, еще на пару дней продлят. Потому что корабль, скорее всего, что не отплывет. Ну, так и мы ж неизвестно, когда откроемся. А пока еще... Пока только дали воду и свет, еще же разрешения не дали. Но это ж уже, знаете, это уже такой прям хороший почин. Алена мне аж ура написала. Говорит, ура, мама, ты с работой будешь. Я говорю, я с работой и так бы была. Видите, у нас уже улицу разукрасили. Все, Новый год на носу. Готовьте подарки. Это у Алены в доме. Каждый год они так наряжают свой подъезд. Мы, конечно, так не стараемся. У нас еще сегодня собрание, ассамблея. Сказала, без меня. Меня сегодня нема дома. Так что так вот, всех с наступающим. И далее. У нас уже Новый год вовсю. Молодцы. И такая гирлянда. Не, Алена не вешает. А Алена и тут. А мы ничего не вешаем.